Еще раз всем доброго, прекрасного вечера, друзья. У нас в Академии прошел прекрасный, замечательный, глубокий курс по написанию энергокартины, который называется «Распакетировка монадических программ 4D». И сегодня у нас прямой эфир совместно с Ириной и Хамилией. Также мы подключим несколько учеников для обратной связи. В комментариях вы также сможете делиться, задавать свои вопросы, которые мы также будем разбирать. Здравствуйте. Здравствуйте, Леночка. Добрый вечер. Как у нас дела? Рассказывай, как у нас сегодня закончился курс Спиридона. Буквально на днях у нас закончился самый основной курс, который, в общем-то, сегодня создает нашу тему. И хотелось бы от участников получить обратную связь, потому что инструмент непростой сам по себе. Он создан впервые. У нас такой, он очень емкий, он очень многозначный и имеет свое определение не просто так в этом времени. И хотелось бы послушать участников и что ты можешь сказать со своей точки зрения, как вообще люди прорабатывали, как они проходили этот опыт, как форма поточности осуществлялась и какие показатели на сегодня? А тебе я могу сказать и сказать вообще благодарю за то, что люди выдержали такую масштабную работу, потому что работа действительно очень глубокая. Я на себе и телом, и энергией проживала эту картину. Я понимаю, что ее не рисуешь, ты ее буквально своим телом проводишь каждый элемент. А здесь важен каждый сантиметр. И это глубокая работа, где важна сонастройка тела, потому что чакральный столб очень у многих сработал. Люди писали о том, что у них достаточно глубокие были трансформационные по телу такие физические состояния. По эмоциям также было, то есть у кого-то штормило, эмоции выходили. Но в целом я могу сказать, что люди настолько осознанно подошли к этому инструменту. Мне даже в личку писали о том, что «Лена, мы все понимаем, мы вот это проходим, но мы все понимаем, это же наше монадическое звено, оно настолько емкое, оно настолько дает нам энергию, что нам нужно ее принять». И вот в этом расслабленном состоянии люди принимали эту энергию. Я вот на это обратила внимание, что из принятия было очень много пройдено. Я думаю, что это большой показатель, правда, что нет, действительно... Но принятие — это вообще, в принципе, такая сила энергии, которая вообще творит чудеса. Поэтому мы к этому созреваем, и каждый созревает для этого состояния, потому как эта форма энергии, она вообще, в принципе, ведущая. Она дает возможность выходить на новое содержание, на новые поля и реализовывать себя иначе. И здесь инструмент у нас создан не просто так, и мы вовремя его почему-то не могли активировать. Он очень долго собирался, и мы еще 2 недели его собирали по исполнению, по кодовым показателям, и наконец-то собрали. Конечно, мы сейчас послушаем участников, но прежде мы зададим... у тебя есть вопросы, я так понимаю, да? Мы зададим вопросы Хамилии и, соответственно... перейдем на участников. К участникам по отзывам. Дижу Конце, Медали Митр Маши, Жгурбош Ходы. Я вас всех приветствую, я в активе. Бихина Маса, Тимитр Жгурбош Бот. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы, потому что инструмент особо емкий по ресурсу. Бихина Маша, Жгурбош Бот. Инструмент, который дает возможность из монады выгружать программные формы. Это действительно очень емкая, функциональная, фундаментальная, рабочая, структурная форма, которая на сегодня подается на Землю. Лихмита Маса, Тимитр Жгурбош Бот. Естественно, обладая этим уникальным инструментом, он позволяет открыть эти способности, новые формы жизненной обеспеченности, бихина машкаду в новых программах, в новых энергосодержащих работах, мита масса машработы. И когда-то вы все придете к этим исполняющим формам, когда вы накопите энергию и, соответственно, активируете эти работы. Из монады, взяв определенные программы наработки, бихмешрбата с определенных реинкарнациях и, соответственно, запустив свои поля на реализацию. Лихмита может больше работы. Но сегодня это тот новый инструмент, который позволяет уже на определенном поле энергоработу выстраивать, Мита Маша Машкан, то есть из монады перезагружать системные формы, дабы не тратить на это времени и, соответственно, функционально существовать. Мита Жукурбот, все, что душа наработала, то, естественным образом, через этот инструмент приходит в материю. Рихмита Масан Тимижурбат, поэтому
так трудоемко собиралась энергия Бехмитежир Башибад, настолько она была поточная, настолько она уникальна. Бехмитежир Башибад – это действительно жизненная форма энергетической потенциальной работы, активировала свои возможности, поэтому долгий процесс. Бехмитежир – процесс нелегкий, эмоционально нелегкий, Бехмитежир Башибад, и сборка была достаточно глубокая, поэтому все показатели, которые вывели Бехмитежир, эти души, которые заложили этот опыт по функциональности, взять именно этот инструмент своей рабочей формы, это, естественно, дает свое содержание. Бехмитмышка, но опять же, всему свое время, Бехмитмышка курботы, всему своя подготовка, всему свое осознанное восприятие, Лихмит и Массандимижир Башлад. И главная задача – это активировать новые жизненные способности. Бехмит и Массандимижир, потому что вы временные существа все, Димит и Массандимижир, за это время, за очень короткое время, у вас не такой уж долгий путь активности века жизненного проживания. Лихмит и Массандимижир активировать максимально качественные ресурсные программы, которые зададут параметры именно в этом воплощении, в этой человеческой форме, которую вы проходите в этом опыте. Лихмитуга мужского, кроме этого, это помогает открывать матричные работы, потому что есть фундамент уже наработанных полей, и, соответственно, с помощью этой энергии активация проходит более благоприятно, более быстро, более качественно и глубоко. Зими Шахана, вопросы? Ханилия, скажите, пожалуйста, какую ценность раскрыл, привнес этот инструмент для участников курса? Зима Шажуконца Машкан. Ценность заключается в том, что обладая этой уникальной энергией возрождения Бехмит Жукурбот именно через этот инструмент функциональности работы Бехмит Машукад, эта энергия активирует форму системы содержания полей физических опытов, Мит Машукод энергетических опытов, осознанных опытов, Димит Масанди Мишкарбат, и приводит к показателю тому, что тратится минимум времени для того, чтобы изучить этот мир и создать функционал программ нового поколения, соответственно, на фундаменте базовых систем, которые есть уже в ячейке магического звена по информационным полям, создать базовую основу на максимально качественных показателей, соответственно, выявить Бехмитежир Башибад. То есть, по сути, это перезагрузка из системы информационного поля Бехмитежир Башибад, ваше осознанное состояние на моменте времени и, соответственно, сотворение тех программ, которые были реализованы в разных реинкарнациях Бехмитежир Башибад. И на сегодня это помощь, это ресурс Бехмитежир Башибад, это открытие монадических программ новой формы, соответственно, скорости, глубина и основа Бехмитежир Башибад. То есть инструмент позволяет открыть, не проходить опытом Бехмитежир Башибад, если душа заказывает опыт определенный, Бехмит и Машиботы, открыть способную роль, перезагружая системные работы, соответственно, совершенствовать здесь систему. Потому что, когда вы проходите опыт, Бехмит и Машиботы, вы собираете энергию, чтобы получить плоды. Вы проходите события, вы проходите людей, программы Бехмит и Машиботы, вы тратите на это время. И важно в чем? Чтобы этот инструмент фиксированно сработал на том, что вы получаете плоды из-за того, что у вас есть этот процесс системы возрождения энергии, который помогает вам реализовать себя. Бехмит и Машиботы, например, кто-то был танцовщицей, либо художником, Бехмит и Массандимижир Башибад. То есть зов души будет в основе Бехмит и Машкан, то есть будет Бехмит и Массандимижир Башибад, душа просить этих программ, соответственно, будет складывать события. А если есть в монологическом звене эта форма системы существования, то, естественно, это очень быстрым способом реализуется именно как программа. То есть не нужно учиться, а система даст свои показатели, и этот опыт выйдет на материю. То есть если кто-то был балериной, танец, балет, да, имеется в монадической структуре, в опыте. То есть человек, взаимодействие с монадой, он вспоминает, он буквально вспоминает, заходит во взаимодействие. Тут вопрос вспоминания, тут вопрос безосознанного состояния Бехмит и Машибад, потому что это приходит к действию. Бехмит и Машибад, то есть это форма энергии, которая позволяет совершить действие и получить плоды. Бехмит и Машибад, потому что на сегодняшнем этапе уровня развития Бехмит и Машибад, человек вспомнить не каждый сможет свои воплощения, хотя это уже реализуется сейчас. Бехмит и Машибад, здесь Бехмит и Машибад работает через поточное состояние, энергия таким образом работает, она проявляет. Бехмит и Машибад, естественно, это у кого-то через воспоминания, у кого-то через осознанный подход, Бехмит и Машибад, у кого-то через телесное состояние, систему проявления, и тело вспоминает те периоды времени. Бехмит и Машибад, например, кармические какие-то отношения, Бехмит и Массандимижир Башибад, телом почувствовали, сразу вступили в активную сонастройку, соответственно, совершили результат. Бехмит и Массандимижир Башибад, поэтому уникальность инструмента действительно очень дееспособная, очень емкая, очень скоростная и, соответственно, совершенная. Благодарю. И также, как данный творческий курс адаптирован, как осознан участниками? Лиза же
онцами до машкады, дуже курмосы до вышкоды. Естественно, те души, которые были готовы к этому опыту, бихины маши маши бады, это инструмент чисто заложенный по программе, бихмита курмоши после вышкоды. Я осознанно включила именно вовремя, когда это нужно фундаментально заложить, именно в это время, именно в эти потоки. Димита маши маши бос работы. Достаточно успешно прошла работа, эффективно прошла работа, где-то кому-то нужно было доработать, мита маши маши бады, где-то кому-то нужно было запустить энергополя, то есть свежую энергию, новую энергию запустить, мита маши работы через рождение этих формул поточных основ мит и масс антимиджурбошхода. И здесь главная задача – это собрать митожкурбота, активировать и, соответственно, создать качественные формы. Благодарю. И сейчас мы можем подсоединить участников нашего курса. Наталья, здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, да. Вы, наверное, меня знаете, я не всех знаю, поэтому давайте расскажем о себе. Расскажите о своем опыте, о своем состоянии. Да, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Хамиля, здравствуйте, Елена, и всем привет. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за этот чудеснейший инструмент и за все чудесные инструменты, которые мы с вами вместе проходим. Но этот опыт, он действительно был очень интересный. Я вообще вот в прошлом году услышала от Хамиля, что если вы никогда не пробовали рисовать, то возьмите и попробуйте. Вот я попробовала, и с тех пор не могу остановиться. Вот, и когда я увидела анонс этой картины прекрасной, чудесной, то у меня, конечно же, сразу возник отклик, и начались такие интересные события, что мне даже пришлось, ну, я так чувствую, переехать благодаря этой картине. То есть даже не я выбирала новое место жительства, а картина, где ей будет благостно писаться. Вот, поэтому все свершилось, и благодарю вот еще раз, Елена, вас отдельно. Вы совершенно чудесный проводник вообще всех творческих кодов. Благодарю, конечно же, Хамилю. И первое ощущение, когда я увидела вообще размер этого холста, ну вот участники могут видеть в сравнении с пропорциями тела и Елены, да, что у меня возникло ощущение, что это масштаб, то есть это очень что-то крупномасштабное, объемное. И при всей, казалось бы, мне, ну, мне так казалось, простоте сотворения этого инструмента, что там сакральная геометрия, ну, выводишь цветок жизни просто в расширенной форме, и все. Но это оказалось вовсе совсем не так. То есть и масштаб дает о себе знать, и процессы, и да, были переделки, но переделки этой картины не с первого раза, даже вывести какие-то элементарные для меня оказалось вещи. Вот. И тело подключилось, тут же сразу среагировала спина, видимо, там какие-то блоки. И очень интересно, что я еще до сих пор в процессе сотворения, потому что, ну, тут действительно такой масштаб, объем, даже за две недели это, наверное, не сотворить. Вот. И очень интересно, как работает программа сознания. То есть, когда ты выводишь каждый элементик, вот каждое это зернышко, каждый вообще сантиметрик, то... Ну, я это называю, в сознании включаются такие кинофильмы, видимо, как раз-таки, может быть, те самые распакировки с монадой или что-то. В общем, это очень интересный процесс. Мне кажется, я вот Елене делилась, да, что я, наверное, может быть, родилась для того, чтобы сотворить эту картину. Вот, поэтому я благодарю вас всех. Благодарю. Взаимно за отзыв. Сейчас фамилия прорывается, буду говорить. Семиды Жукору Босса, Антимиды Маши, Маши Босса, Робот Хода. Я тоже хочу поблагодарить вас за то, что вы способны Вихмиты Жукору активировать свои поля. Вихмиты Маши Машкады — это действительно уникальный инструмент. Вихмиты Маши Боса Босса Робот, потому что он по своей форме задает параметры очень емкие. Вихмиты Машкады очень быстро работает, поэтому мы, когда встретимся вновь с вами, Вихмиты Машкады, через какой-то промежуток небольшой времени, Вихмиты Маши Корбас Робот, соответственно, вы расскажите об этих показателях, об индивидуальных задачах, об состоянии фундаментальных форм, бихмита, маши, башнурбат, потому что они очень скоростные и быстро начинают функционально, фундаментально работать на состоянии. Рихмита, рубос, антибижур, башнурбат. И здесь, конечно же, души не все определили этот опыт, мита, масса, антибашнурбат, потому что опыт емкий, и, как правило, души определили все, которые в крайнем воплощении уже, димита, маши, башнурбат, которые могут обладать теми спектрами энергии, которые уже собрали, и эти энергии позволяют раскрыть все потенциальные работы системы монадического звена, бихмита жирбота. Это говорит об успешности качественной формы земных программных особенностей, которые накоплены бихмиша карбата многими-многими веками по определению 144 энергии по функциональности. Лихмита масса антибишикан. Поэтому именно в этом опыте здесь собрались именно те души, которые взяли этот уникальный инструмент и, соответственно, сотворили. Лихмита масса башкада. То, что проходили разные поточные состояния, и, соответственно, вы все
индивидуально, естественно, вы прорабатывали определенные формы, Бихмиту Маши Башибат, вы включали тело, Бихмиту Маши Башибат работы, вы создавали качественные поля для энергоработы, и, соответственно, это задает свои параметры. А девица это по вибрации скажу, Бихмиту Маши Башибат работы, она вообще в процессе временной основы станет творцом и будет созидать творение. Бихмиту Маши Башибат, у нее есть полный потенциал по вибрации голоса определен сразу, где Бихмиту Маши Башибат работы, что система задает параметры, поэтому может получить индивидуальный код для того, чтобы стать активным, качественным художником. Бихмита Хурмоши больше работ работает, потому что у нее есть этот потенциал, и в монаде считывается определенно. Алиха Нурмоши больше работает. А вам желаю успешной работы и качественной сонастройки, потому что в этом действительно есть определенные события. Это работа тонких полей. Бихмита Маши больше работает. Это новые уникальные возможности. Это новые создания инструментов, которые определенно имеют свою качественную роль. Благодарю. Да, очень приятно было вас услышать, получить ваши ответы, потому что действительно, когда это очень ценно на самом деле, когда люди дают обратную связь, либо делятся информацией, которую получают в знаниях, это вот, знаете, как бальзам на душу, потому что действительно работающая структурная информационная поточность, которая действительно активирует людей. И здесь очень важно делиться информацией, делиться обратной связью. Поэтому мы сегодня такой небольшой эфирчик создали, чтобы люди понимали, в чем ресурс, какие вы состояния проходите. Состояния могут быть разные, эмоциональные, либо положительные, либо отрицательные. Это все состояния. И все эти состояния учат нас новому опыту для того, чтобы дальше проживать и входить в какие-то программы нового поколения, либо содержать себя. Поэтому все, что с нами происходит в моменте, какие инструменты к нам приходят, какие поля мы открываем, это, естественно, все прописано. И в том числе наши сейчас события, которые мы с вами тут организовали и втроем собрались, естественно, это задают свои параметры. Возможно, даже для вас эта встреча была организована, чтобы вы получили код и стали известным художником. Это же все возможно. Поэтому будете рассказывать дальше, как это все будет воплощаться в жизни. О, да. Юля, знакомое лицо, да. Юлю мы знаем уже, видела на практике творчество. Юля, добрый вечер. Кстати, вот Юля, хочу сказать, что запомнила очень вашу энергию. У вас такая какая-то тема интересная, вроде как вы как будто с разных источников собирали вот всякую энергию, да, и как-то вот реализовали себя. И вот я прочувствовала вот на онлайн-курсах, на офлайн, вернее, когда приехала к вам на творческий урок, и это действительно прям ощущалось. Ну, рассказывайте, какие у вас впечатления от этого нового инструмента, что вы можете рассказать? На самом деле я очень счастлива, потому что я давно пытаюсь попасть на прямой эфир, и вот, наконец-то. Миша, самое интересное, что как только я... Мечты сбываются, да. Да, как только я отпустила, оно и пришло. Большая благодарность Леночке и вам тоже. Потрясающая работа. Я, на самом деле, только в начале, потому что большое количество всего, очень, очень мощное, очень сильное. Но на самом деле пока все легко, но в целом конец года, и вот чувствуется, что очень много всего накопилось. С этой точки зрения... Я понимаю прекрасно, Юля, потому что вот сама сегодня с Хамилей лично с утра разговаривала, говорю, я так устала, дайте мне отдых. Я вот сегодня 4, у меня 5 практик, я говорю, просто уже не тяну, физически это очень тяжело. На что был ответ такой? Непосильным не дается, да, соответственно, тут вот конец года, ресурс нужно вести весь, активно, потому что таких фундаментальных настроек уже не будет, поэтому надо работать. В общем, осталось нам до конца года совсем немного собраться, структурироваться и, соответственно, получить все, что необходимо нам получить для того, чтобы проживать дальше в качестве. Ну, вы меня очень порадовали, что у меня разнообразная система, потому что у меня переживания есть, что я везде по чуть-чуть как будто собираю, нету целостности, я вроде не... Ты знаешь, это я по ощущениям тогда считала, когда вот были мы на практике в офлайне, и сразу мне интересно просто наблюдать, вообще я сама наблюдаю за своим состоянием, когда я встречаю людей, и что происходит. И уже считываю настолько вот энергию, где какие инструменты подбираются, на каком уровне, как человек вообще осознает свой процесс, как он себя реализует. И вот как раз вот считала у тебя вот эту вот историю, что где-то везде, прям картинка была показана, что везде эти инструменты берешь и собираешь, вот как кубик Рубик, чтобы целостность обрести. Вот, мне кажется, у меня был запрос души именно через эту работу собрать вот эти свои части как мозаику. Поэтому я очень ждала этой практики. Я как только ее увидела, у меня сразу пошел отклик. Но вот сейчас главная задача мне до 31 числа успеть ее доделать.
Вот. И было, ну, самом... я думаю, что если бы должно произойти, оно произойдет, раз получила коды изначально, соответственно, все должно случиться и свершиться. Просто так не бывает начальный код запущен ни в творчестве, ни на высшем я, ни на какой-либо практике, в любом случае обменное поле будет работать. Вопрос времени, да, согласна, ну тут можно любыми кодами активировать, индивидуальные коды получить. Поэтому не переживаем, на вере, на активности, на настройке обязательно все получится. Да, друзья, еще хочу поделиться. Меня Ирина инициировала в творчество, это была Белуха. Тогда вы мне сказали, что рисуйте абстракцию. Ну вот, боже, где я, где абстракция вообще, какая абстракция? Вот оно, пожалуйста. Это какой год был, Юля? Это 21 год был. 2021 год. То есть был трип на Белухе, да. И как раз мы там рисовали что-то. Ага, мы рисовали, это был мой дебют, да. Это тогда вот вы сказали, что вам абстракция. Ну, боже, мне абстракция, я никогда не рисовала. Ну, на сегодня какие показатели? Что сегодня происходит? Я рисую почти все. Мне очень отвлекается китайская восточная живопись. Мне очень отвлекается рисовать растения, вот, цветы в особенности. Мне очень сакральная геометрия, цвета очень меня включают. Очень чувствую в одежде цвета. Мне очень нравится последнее, то, что символы Хамиль и Ирина выдают. У меня они висят кругом. Мне тоже они себе. Очень заходит, и мне прям нравится. Я сейчас вот тоже отслеживаю свое состояние. Если на теле написала, обязательно что-то происходит. Прям осознаю этот процесс. Символы, сказала Хамиле, будут подаваться и будут, естественно, у нас преподаваться в творческих курсах. Поэтому, действительно, это новая какая-то тема, но она уже, я прям ощущаю, что она работающая. Уже в моменте. Поэтому тут надо, естественно, быть на чистоте определенного потока, чтобы осознавать и сразу проявлять. Поэтому много интересного нам предстоит еще изучать. Юль, спасибо большое за возможность получить от тебя обратную связь и развитие тебе, соответственно, раз Хамиля в 2021 году сказала, что есть в этом ресурс и нужно это поддерживать, значит, так и будет, потому что, ну, просто так и ни одно слово не проходит и не приходит информация. Рано или поздно все равно к событию приведет. Вопрос нашей готовности, опять же. Если услышала, подключилась, соответственно, пошел процесс. Видимо, вот так все и случилось в твоей жизни, что вот сказали... творческие какие-то есть инструменты, и вот и, в общем-то, они реализуются на сегодня. Успехов в творчестве, успехов в развитии. Благодарим, Юля, и у спасибо. Нас следующий участник. Просто тут хороший вопрос. После Нового года можно ли в записи пройти эту картину, код личный будет ли выдан? Рихенер больше же концами Дамаши Машурбот, Курбосен Дамаши Бата. Да, обязательно проходите функциональные формы, Бихмита Масанди Бишкарбата, выдадим личный код и обязательно Бишрбот. И фиксируйте, кто осознает этот процесс. Это глубинный процесс. Бихмита Машурбот – глубинная настройка реализации своих возможностей. Бихмита Машурбот, Курбоши Код – это первый возможный инструмент, который дается для поддержания монадической основы и, соответственно, реализации. Поэтому в любое время можете присоединиться и индивидуальный код обязательно получите. То есть я правильно понимаю, что мы можем сделать участникам объявление о том, что эта картина в доступе, у них есть возможность написать даже в следующем году, в 2024 в начале года, как сейчас сказали, и получить индивидуальный код. Да, все верно. Сейчас только была сказана информация, да. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Жеребцова Ирина. Я первый раз так выступаю в прямом эфире, так что... Да, когда-то в первый раз. Главное не волноваться и да. Благодарить за то, что вот сегодня мы все вместе собрались. Я бесконечно благодарна вам за все то, что я участвую, и вообще переполняет чувство благодарности и вам, и Лене, и Хамиле. Я в эгрегоре Хамиле давно, еще когда вы были в Новосибирске, в спорткомплексе, находила на чакральной практике, мой ум все проверял. Очень приятно. Да, и я это помню, женские практики и все. И сейчас я обучаюсь на пятом потоке, закончила, нахожусь в стадии подписания. Вот, и меня всегда тянуло и влекло вот это творчество, творчество с Хамиле. Я с Леной почти что все прошла, что она давала. Но особенно за... Какие результаты, скажите, пожалуйста, что происходило именно за это время у вас? Вы знаете, я никогда в жизни не брала, не рисовала, это вообще ни карандашом, ни кистью, ни что. И тут у меня начали такие иконы выходить,
Вообще, я даже от себя такую, мне кажется, я до сих пор, вот они у меня стоят, до я сих пор думаю. Радость, что... на самом деле, как за себя, вот честное да. слово, у вас такая... что это не я? Я кому-то показывала, они говорят, да ты что, это ты? Ну, я говорю, я. Ну, а сама думаю, это не я. Я думаю, это Хамилия подсылает божественные энергии, и они так материализуются. Думаю, а я просто как проводник их. И через Лену. Лена, это, я считаю, что проводник от Бога, точно. Леночка, потому очень что... сильно трудится и старается. На самом деле, мы с Леной уже очень много-много лет. Это, она каждый день... Это вообще колоссальный труд. Энергию, это, много пишет, это много пишет. Это такой труд. Инструменты. Знаете, особенно вот когда начали писать вот эту распаковку монадических программ, и я поняла, что Лена вообще, она очень изменилась после написания вот этой распаковки. Она, у нее энергия стала такая легкая, она такая счастливая. Мне такое ощущение, что она себе карму почистила. А то есть как бы вот, вот это... Почему да. у нее такой сильнейший вот. Инструмент? Да, понимаете, какие-то необыкновенные от нее искры идут. Вот. А я, когда начала писать, для меня, честно скажу, самое сложное в моей жизни – это вот это. И у меня, во-первых, и сонастройка шла очень долго. Я рисовала, стирала. Четыре дня. Уже скоро второе занятие, я все еще в этом определяюсь. Как он тебе больше работает? Это действительно сложные установки и процессы сонастройки. Бихмит Маша Башка. Казалось бы, голограмма Бихин Курмоши Жукурбуши буквально не особо емкая, но Бихин Машербата по определению она достаточно глубокая и качественная. Поэтому действительно формы системы содержания особо трудоемкие для сонастройки Бихмит Маша Машербата. Поэтому путь был нелегким, до долгим бихином вашей башка, чтобы собрать этот инструмент и, соответственно, создать качество. Я еще такой человек, что мне я буду добиваться, например, иконы, я буду смывать, пока не получу то, что мне надо. Я как бы хочу, а чтобы иконы, это было... Маша, ладно, это тоже просто так не происходит. Бихмит Маша не мешает больше работать. Когда человек целенаправленно идет к цели, бихмит уже будет ставить задачу, активирует ее, это, естественно, заложено фундаментально функциональной работы системы задачности. Бихмит Маша не мешает больше работать. И, соответственно, душа будет просить, будут приходить мысли, будут собирать события для того, чтобы активировать и получить результат на основе. Бихмит Маша Машербота. А результат, если у вас есть тройка в основе, скорее всего, она у вас есть. Бихмит Машербота. Вы совершенствуете свою систему. Бихмит Машербота, это Маша Батка, Турзур Машербота. Вот когда на телесной форме проявляются особенные роли при таких показателях, Бихмит Маша Машка, это говорит о том, что какая-то форма энергии в застое. Бихмит Машербота, если на руке, на конечности определена форма, вам нужно понять, какая энергия женская либо мужская в застое, соответственно, Бихмит Машербота, это инструмент. Бихмит Машербота, работа создается для того, чтобы активировать работу, соответственно, убрать блоки и через физическую сонастройку Бихмит Машербота. Таким образом, система выделяет параметры для того, чтобы через индексацию клеточной работы, это может быть через боль, выйти на новые показатели. Я понимаю, что все, результат идет через обострение. Ну, не знаю, как это помочь себе. А здесь же Понти Медали, Маша Рукурбота, запросите код для легкости, для исцеления Бихмиту Машербата. У вас есть в этом Бихину Курмошербота активная работа, поэтому Димиту Курмоса, Димиту Машкан, если есть запрос, обязательно выдадим коды. Поэтому вы дайте, пожалуйста, свои данные администраторов, какой у вас будет запрос на моменте времени, обязательно дадим обратную связь. Я вас благодарю, благодарю сердечно. Леночка, благодарю тебя за твой труд, за твою структуру, за твое терпение, потому что это действительно, с людьми работать непросто, тут нужно иметь терпение, тут нужно иметь поточное, благоприятное, благодатное состояние, и ты с этим справляешься, и не просто так, мы уже больше 10 лет с тобой работаем над этими инструментами, создавая, активируя, это действительно труд, труд как у проводника, как у тебя, и, соответственно, труд у всех впоследствии, и вы получаете также активный инструмент. Это действительно новая возможность, которая создается нам для того, чтобы в качественную жизнь прийти и, соответственно, сотворить себя нового. Всех благодарю, всем ресурсов, во всем, и, конечно, мощи силы. Всем... Можно эту картину написать и в 2024 году, это новость, это секундная новость, то есть мы только что эту информацию узнали, и у администраторов будет полностью вся информация, пожалуйста, обращайтесь, и всем прекрасного вечера, и до скорых встреч!